Сейчас в микрорайоне «Спутник ТСИ» прокладывает волоконно-оптический кабель на более 10 улицах. Уже сегодня услугами телефона и интернет-связи по новой технологии GPON могут пользоваться жители от 1 до 4 линии улицы Упсунурская, Взлетная, Небесная, Радужная. Далее продолжатся интенсивные работы по строительству на остальных улицах до 14 линии. Очень хорошо, что проложат линию, потому что связь здесь очень плохая, и новые технологии, телефон домашний будет стационарный, это тоже очень хорошо, потому что сотовая тоже не всегда берет, то света часто бывает нету. Интернет очень хорошо, что будет постоянно с хорошей связью, потому что здесь с интернетом очень проблематично. Что касается новой технологии GPON, она применяется как и в частном секторе, так и в многоквартирных домах. Есть ряд преимуществ. Большая пропускная способность, оптоволоконная линия проводится непосредственно в дом абонента, за счет чего обеспечивается надежность. Помимо этого, есть возможность подключить сразу несколько услуг. Это телевизионные каналы, их 150, стационарный телефон и высокоскоростной интернет. И немаловажный фактор – непогода не будет препятствием для получения качественных услуг. Можно сказать, что мы пришли в сельскую местность с высокими технологиями. В данном случае по технологии GPON мы предоставляем услуги населению. То есть строительство велось, конечно, очень трудно. Имеется в виду, была сперва работа в грунте, то есть от Кызыла до поселка Сукпак. Мы практически километров 20, да, строительство в грунте. Остальное, конечно, под весом технология была произведена. Жители Правого берега и поселка Сукпак с начала лета имеют возможность подключиться к услугам. Более детальным списком домов, улиц, имеющих техническую возможность подключения к услугам связи, можно ознакомиться, пройдя по ссылке, которую вы видите на экране. http://tuva.ru/услуги/интернет. Диана Баймбукс, Буяна Юн, телекомпания «Новый век».